самый быстрый, самый маневренный и самый одинокий ударный вертолет в истории. Машина, которая могла изменить правила войны, но так и не получила шанса. К-50. Легендарная черная акула. Почему революционный вертолет остался в тени? В 1976 году в КБ «Камова» под руководством Сергея Михеева началась разработка новой ударной машины. Вертолет, который должен был стать оружием будущего. Его главным отличием был экипаж, всего один человек. Во всем мире от такой схемы отказались, но советские инженеры рискнули. Масса 10,8 тонн. Боевая нагрузка почти 3 тонны. Скорость до 390 км в час в пикировании – это абсолютный рекорд для серийных вертолетов. Применение соосной схемы обеспечивало ему выдающуюся маневренность. Он мог делать мертвую петлю без разгона и летать задом на скорости 90 км в час. К-50 стал первым в мире вертолетом с катапультным креслом. В аварийной ситуации лопасти отстреливались, и пилот мог покинуть машину даже на скорости 400 км в час. Кабина защищалась броней от пуль калибра 12,7 мм, а жизненно важные узлы имели дополнительную защиту. На борту мощная 30-миллиметровая пушка 2А42, ракеты «Воздух-Земля», «Воздух-Воздух», бомбы и даже тяжелые «Нурсы». Всего 4 точки подвески с нагрузкой до 2000 килограмм. В бою «Акула» показала себя отлично. Но главный плюс – одноместная схема – стал и ее минусом. Пилоту приходилось быть одновременно и летчиком, и оператором вооружения, и связистом. Электроника 80-х-90-х годов просто не могла взять на себя часть этих задач. Военные признали, машине нужен второй член экипажа. Так на базе К-50 появился К-52 «Аллигатор», а сама «Черная акула» ушла в историю. Всего построили 17 машин. К-50 стал символом того, как конструкторская смелость опережает свое время. «Черная акула» доказала, одноместные ударные вертолеты возможны. И когда искусственный интеллект сможет заменить второго пилота, такие машины снова вернутся в небо, уже в виде беспилотников. А теперь вопрос к вам. Если бы К-50 получил массовое производство, изменил бы он современные войны? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться. Впереди еще больше историй о легендарной военной технике.